Новое поколение купе Bentley Continental GTO выйдет на российский рынок в августе этого года, а цены на новинку уже объявлены. Как сообщает сайт Autonews.ru, автомобиль будет стоить от 14 миллионов 290 тысяч рублей. Новый Continental сохранил узнаваемый стиль, характерный для машин двух предыдущих поколений. Смена платформы повлекла за собой изменение схемы трансмиссии. Вместо постоянного полного привода автомобиль имеет задний привод с подключаемой передней осью. Силовой агрегат остался прежним. Этот 12-цилиндровый мотор объемом 6 литров с двойным турбонаддувом. После модернизации его мощность выросла до 635 литров, а экономичность улучшена за счет системы отключения половины цилиндров. На смену классическому автомату пришла восьмиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Позже в модельном ряду появится более доступная версия с восьмицилиндровым двигателем, а также вариант с кузовом кабриолет. В прошлом году в России было продано 49 экземпляров модели Bentley Continental GT.